Какие проекты реализуют чебоксарские производители электротехники? Мы сейчас в силах закрыть потребности любого главного энергетика, абсолютно любого промышленного объекта. Какие плюсы для предприятий региона открывают санкции из-за рубежа? И кто в республике демонстрирует наиболее высокий промышленный рост? Если взять производительность труда, она очень высокая. Нет таких предприятий, организаций, кто бы мог сравниться с вами. Подробности в новом выпуске программы «Сделано в Чувашии». Смотрите 27 марта в 20:30 в эфире Национального телевидения Чувашии.